Здравствуйте. В этом видео мы продемонстрируем использование игрового сервера в виртуальной машине. На этом экране у нас предоставлена консоль игрового сервера, которая находится в виртуальной машине. Как мы видим, отправляется регулярное сердцебиение на мастер сервера игры. Игру мы используем Urban Terror, она бесплатная, ее можно использовать свободно. Попробуем посмотреть, определился ли наш игровой сервер на мастер-сервере. Закрываем VNC консоль. Смотрим. Все, вот мы зашли на официальный сервер, и тут у нас появилась наша, получается, виртуальная машина игровая. Забайкали Network, ТТДМ. Все, значит, она у нас есть. Мы из России, все у нас нормально. Так, попробуем осуществить доступ непосредственно из игры. Все, вот у нас отобразилось и клиент. Соединяемся. Осуществляем повторный поиск. Все, у нас получается ищется сервера. Получается данные о серверах. Все. Данные о серверах получены. Попробуем осуществить соединение. Вот наш сервер. Задержка у нас составляет 153 миллисекунды. Что, конечно, больше, чем при использовании реального сервера. Ну, в принципе, можно, наверное, играть. Игра запустилась. Теперь мы попробуем выбрать команду автоматически, чтобы посмотреть задержку. Все. Наш персонаж загружен. Так. Кстати, в игре тут имеется сетевой монитор, то есть можно смотреть, что у нас творится с сетью. Также попробуем посмотреть задержку. Задержка в игре составляет 192, 195, 196 миллисекунд. Да, конечно, но немножко побольше, чем при использовании реального сервера в качестве игрового сервера. Так, выходим. Спасибо за просмотр.